Да, здорово, нигер. Hey, what's happening, loco? Hey, you know that dude Vernon from the OGs? You know what I'm talking about, the dude always fat mouthed about the old days. Come on, man, ugly ass Vernon. Значит, это на какой? Такой, what the fuck? Не, Машуль, 5 дней от меня. Как это? Нет! Да я ж не умею водить. Тут, короче, если тебя засекут, миссия фейл. Ну или меня. И как это тогда в аппарат так ехать? Мне сейчас будет сложно. Это не очень сложно. У меня сложный Six-5, наверное. Так что, Машуль, давай, учись водить. А, ну в принципе я понял, ты задан просто на глаза не попасть. А, да, да. Бери, а, ну и да и 3 километра не так уж и много. Самое главное, чтобы они не выехали, как обычно это любят. Давай-ка на велосипеде подключить. Ёп! Алло. Ну, там на какой? Пешком. И то проще будет. Я бегаю быстрее, чем такого надеюсь. Теперь-то что? Выход до предела, лезет, блядь. Лезет не очень удобно у нас. Здорово, надо вообще отсюда. Да куда ты там, менты? Да. Ну, сейчас можно броню купить. Да, я купил. Да блин, ты узнал, что там будет, что там предел. Что-то не писал, что я выпал за предел. А, так ты погиб же, где вышел? Я на ЖД вышел. Я посмотрел, что за это. Да блядь! О, вот кто это сэр, потому что там один был этот. Там ну кусты нахер. Грёбаные мажоры на моем Зенторне. Настройку езжай. Твою мать, на крышку повсюду. Но... Ох, мы отвоевали. Господи, что мы такого сделали, что за нами все купы города, блин? Так, сворачиваем. Да. Блядь, ну само сумму. Прямо. Сворачиваем. Да, пошел ты нахрен. Блин. 6000 за такую подставу. Нафиг знает. Маловато будет. Маловато. Нет, не успею. Блядь. Да. А теперь пошли. Да какой? Там эти придурки сейчас сюда-нибудь поедут. Перекрестки. Я! Махер. Грёбаный трафик. Блин, он сюда.
Помню, тяжелый пулемет открыл. Ура! Успели. Давай, успели. Шевели булками. Ну, я вообще один кейс. Я тоже один. Куда? Давай. На, сейчас направо. Давай, негр, звони. Не сбей никого. Ух ты мой. А раньше-то нельзя было сказать? Ну, на радаре видно, они синенькие. Что? Вы доехали? Да. Я уже думал, что вы не доедете. Не смешно. Так погоди, Маня, это еще не все. Сейчас будет перестрелка вроде бы. Да. Господи. И причем довольно жесткая. Да. Блядь. Идиотизм, да. Тихо-тихо. Взорвалось-то. Да ну вы издеваетесь. Липучка их картине. Так липучка есть все? У меня липучки есть. Да. Давай. Да как вообще? Закидывай, взрывай. КП. А липучку из курма не кинуть, даже гранату не кинуть. Могу крышу, крышу задать. Сначала еще не сяду, что это. Да, да. Ну, это не скидывается. Блин. У нас Кирюха с Маней застряли. Да, это было, да, что там тачка ханула и выснула. Так бы вообще тут Маня бы уже тиханула и вышла бы из игры. Домов, мне кажется, подавляли больше. Вы подавляли? Домов. Маленьких таких на 6 или 4. А, не знаю. Меня интересует кто-то, только то, что здесь идти. У меня на 6. Да, я знаю. Поэтому я говорю, я хочу все на 10. Красивый. Я буду два, ну, еще один дом купить надо и еще один город. Блин, негр, позвонить-то будешь или как? Так, снова со всех сторон. Ты мою бабцу куда-то скалкал. Дом бегает меня как контуженный. Моя бабца пролезла. Да, которая больше всех нас. Пролезла туда, куда никто не пролез. Гранаты. Как меня попали-то, они херели что ли? Залетало, да?
Блин, на секунду выскочил, там уже просто обстрел. У вас, походу, команда раков. Рядом с вами. Да они вообще не стреляют. У нас стреляли, причем активно так. Да ёпты. Только я остаюсь, у меня там ХП восполнил полностью. На секунду вылази, у меня почти на нуля. А ты броник не пробовал покупать? Как жрачку надевать, не? Броник и сносится так же быстро. Ну это хоть какая-то доп. Защита. Блин, вот жалко нельзя на другое плечо. Да, если меня ганом в укрытие, наверное, не стоит, да? Вот, кстати, вот Паша вчера говорил, что у меня прицел смотрит. Сейчас опять не смотрит от прицела. Ну, а миниган его, наверное, потому что нету, да? Нет, вообще любое оружие. Я даже в РПГ смотрел через прицел. Блин, где тут пидор? Да тут. О, молодец. Вот, послал, послал. Интересно, еще будет крепление? Я это не могу понять, где он? Он как сквозь машину меня пробивает. Красный. Так он, наверное, это руку выставляет. Прям вот видно, как через меня корпус пролетели. Подрожки. Прям в меня. Так и сразу. Я не понимаю, где они. Да, четвертое задание на скорость. Чуть не сдох. Что случилось? А, я тут приехал. Тормоз, блядь. Раньше он приехать не мог. Как мы еще не всех убили. Верна будет так счастлива с этим. Вы сделали хорошую работу. Man, get the fuck out of here with that bullshit! Man, y'all fucked up! Man, Vernon gonna be pissed! Fuck! Look, man, look, okay. Вы еще виноваты? Дай ему в табло, блин. Пидор. But like a wise boss that I am, I forgive your bitch ass. Ты у нас больше всех. Дай ему в табло. Блин, я вот вообще-то в кидах, а ты ниже меня на полголовы. Ужасно. Держи приглас. Ударцы.